По мере разбора завалов увеличивается количество жертв мощного землетрясения на Филиппинах. По последним данным, в результате разрушений, вызванных подземными толчками, погибли более 90 человек. Еще около 300 получили ранения. Специалисты говорят, что нынешнее землетрясение стало самым мощным из ощущавшихся в этом регионе за последние два десятилетия. Основной толчок магнитудой в 7,2, зафиксированный во вторник утром, пришелся на остров Бохоль, где погибли по меньшей мере 77 человек. 15 человек стали жертвами землетрясения на соседнем острове Сыбу. Эти места очень популярны среди туристов, но данных о погибших иностранцах пока нет. После первого землетрясения ощущались другие толчки, поэтому мы выскочили на улицу, рассказывает очевидец. Мы пытались убежать подальше, но с верхних этажей упал большой кусок бетона. Большинство погибших были задавлены обрушившимися крышами зданий. Землетрясение вызвало панику среди населения. Несколько человек, в том числе и 4-летняя девочка, погибли в давке, начавшейся около центра социальной помощи. Серьезные повреждения получили 10 старинных церквей, построенных в начале испанской колонизации в XVI веке.